О, с какой установкой вы вышли на первый тайм? С установкой забить в первом тайме и не дать сопернику делать длинные передачи, что не получилось. Как ты считаешь, там была красная карточка или конечно, нет? Конечно, не было. А как вообще ты можешь оценить судейство? Тут немного видение, ВАР. Помогло ли оно? Ну, конечно, ВАР не помог. Ни в едином случае. Что в моменте с пенальти, что в моменте с удалением. Если мы говорим о каком-то объективном судействе, то оно сегодня просто отсутствовало. Что вы поменяли во втором тайме? Потому что команда преобразилась и начала давить швейцарцев, хотя были в десятером. Ну, а что, нам нужно было забивать. Нам нужно было в любом случае один точно забивать. Хотели выиграть этот матч. Ну, получилось так. Вытащили в 1-1 и сделали уклон на длинные передачи. И выпустили Саню Краснова, Баба. То есть ребята впереди сделали свою работу какую-то. Толик Мамедов, Коля забил. Ну, молодцы. Все довольны, я думаю, тем, что мы в десятером отыгрались. Это лучше одно очко, чем ноль, поэтому ничего страшного в этом нет. Осталось 3 игры. Нужно из 2 игр забирать 6 очков и двигаться дальше. Какой настрой на завтрашнюю игру? Настрой, как и после первой, и после сегодняшней игры, у нас стоит задача выхода из группы с первого места. После сегодняшней игры эта задача не поменялась, не отменялась. То есть все так же, просто мы потеряли 2 очка, я считаю, из-за необъективного судейства. Ну, а в целом, как бы, будем перестраиваться, будем что-то думать. Есть тренерский штаб, который поможет нам во всем разобраться.